колеса. Он единственный на ту горку вчера заехал. На самую крутую новую. Запоминает, как на Ниве что-то прилепить. Бахмут финиширует. Сколько время? Успевает? Да. 16:44. Короче, 17 с копейками заедет. А может и быстрее. Ну да, такие чистенькие, красивые получились. Молодцы. 17 минут, красавцы. Сегодня посерьезнее экипажи. Ну, выше классно. Подготовки внедорожников. Что-то передок не работает, видно уже все. Не просто тут. Участок для запорожцев. Все довольны, что он смог его взять. Угу. Да. Ну так по краю бери просто под лентой и все. И пройдешь ходом. О, видишь, тут нормальная дорога. Вот нашел тебе маршрут. Да, но посередине все равно бровка. Ну, у Росомахи колесо под землей было, да. А он проехал? Не ври. Ну, конечно. Ты проехал? Не ври, не было колесо. Под землей колесо у тебя было. А ты тут прошел? А, нет, под водой, я ошибся, Вадим, под водой. На лебедке ехал. На лебедке? Да, Павло, да, летает. Обратно. На лебедке только туда. Короче, на лайте никого, блин, что-то. Ну, не лайт, а. ТР-1, ТР-2, что-то все. Все устали после вчера. Павло тут рядом, он снимает прямо на месте. Смотри, в маске сидит, видел? Коронавирус. Ёханы бабай. Сразу пошло не так все. Как-то сразу тяжело. Нормально белая котлетка рубанула. Начало тяжелое. Охренеть вообще. Сейчас погружение начинается. Погружение не там было. Где? Там без солера. А. Тяжело не то слово. Пролезли самое сложное место. Почти. Сейчас
уже должны вверх выходить. Движок? Хреново. Ну, фотографии красивые зато будут. Вован. Эвакуацию, мотор, Лёх. Давай на лебеде попробуй. Пидорасы! Так, это УТВ, а Росомаха вон аж где. Жестковато там. А куда он едет дальше? Слабо дал. Красиво. Красиво ты такой. Эвакуация тяжелая. Через блок не хватает. Ранглер на месте. Тут два блока. Тут блок. И тут блок. Радует, птички поют, и место красивое.
вода где-то. Попал, наверное, вода попала в двигатель. А что, не проворачивается? Слав, моторник не проворачивает, стартер, да? Вода попала, наверное. Вода, наверное, попала. Нет? Да, неприятно. Позже узнаем, короче, что там произошло. Вторая машина приехала двумя лебедками. Пульт, пульт. Не, вот с этого. Пошел по чуть-чуть. Даня, дякую за блоку. Не знаю, не я. Где вот тут свою мать? Трафик почистить, и все будет. Оп. Сейчас напрямую вторую лебедку. Поехали. Да, так. Туда он быстрее ехал. Все болото такая. Ну да, все болото. Сейчас спецучасток будет легкий для следующего. Так, ну вы поехали вдвоем уже к нему, кажется, нет еще. Не держите. Жестяк. Немного грязно. Ну да, это ж вес какой ты возишь лишний. Малость есть. Ёлки-палки, ты что, ты так застрять можешь? Берегу. Отмыл? Да, тут и салон не особо испачкался практически. Ну, есть небольшое загрязнение, не критично.
послабла, не було щоб підіймати. Круто. Ще падає, блядь. Да, тут эвакуация. Шапка сейчас дальше на дорогу. Коли буде? Коли буде? Бабай, там штурман плывет. Ого. Ну недалеко, да, проехал? Совсем недалеко, да. Вранглер на берегу уже. Пошел. Глубина там бешеная. Юра только машину помыл. Ходом пошел. Так. Пошел, пошел, пошел. Красавчик вообще. Палки побежали. Побежали на красивый ракурс. Тут его не увидим. Штурман тяжело идет. Да, местами глубина по грудь в падении. Точно, что сам поехал.
Отдыхай! О, еще как бы один из сил добавил. Ну, да, и одно колесо ведущее. Нормально идут. Что значит зацеп и вес небольшой? А, сейчас вдвоем толкать будут, смотри. Там же ручной газ есть. Да, да, рукой газ дает, да. Ну и вышел, чтобы легче. Может, зацепа-то не хватает? Да нет, там просто колея ж после всех жесть. Это жесть вообще. Тут еще надолго, да? Уже все? Так, идут. Это жесть. Ну, едут. Что такое? А кум сел? Не, ну времени полно еще. Пошел. Молодец. Тут сейчас должен зацепиться, сам поехать. Лебедка. Так, ну что, поворот, и вот он уже здесь. Идет. Ну, красавчик. Почти. Успеваю. Финиш. Штурман.
палки. У него плавучесть тут. Камеры. Смотри для Нивы. Андрюха, как для Нивы. Иди сюда, смотри. Только от Бела забери на Ниву. Удали видео, я давал разрешение на съемку. Камеру. Точно нельзя? Нельзя. Что там? Там, где ты ползешь, на полном приводе удалить, да? Да. Ну хорошо. Вот это было круто.